Всем здравствуйте, рада всех приветствовать. Я сегодня вышла раньше на полтора часа, что не свойственно для меня, кто меня давно знает. Дело в том, что я завтра улетаю в Россию, и у меня будет обучение в Каменск-Уральском. Пятница, суббота, воскресенье будет масштабный мастер-класс, будет обучение, мой авторский курс. Вот, все девушки ждут, у нас много участниц закрытого клуба, и все участницы закрытого клуба смогут посмотреть прямую трансляцию от 8 октября, как будет проходить масштабный мастер-класс. Ну, там, конечно, не все будет, но самое интересное и нужное для макияжа, это, конечно, мы покажем в прямой трансляции. Поэтому все, кто хотят закрытый клуб, присоединяйтесь, очень много всяких бонусов, сюрпризов. В этом месяце книгу в подарок могут получить многие девушки, те, кто вступают в октябре, до 29 октября спеццена, и обучение с 14 октября начинается. Поэтому давайте скорее спешите, регистрируйтесь в закрытый клуб, потому что некоторые не успевают, потом говорят, а как, и все это остается в записи. Там более 100 видов макияжей, там различные профессиональные разговоры по поводу общения с клиентом, имидж, ну, короче, там есть все вообще, ответы на все вопросы, он существует у нас больше года, этот закрытый клуб, поэтому все, кто хотят закрытый клуб, пишите «хочу в закрытый клуб». Почему начинаю с этого прямой эфир? Всем привет! Потому что сейчас читала директ, и столько сообщений по поводу закрытого клуба. Девушки, чтобы в него вступить, надо написать нам в директ «хочу в закрытый клуб». Мы отправляем вам подробную информацию. Вход в закрытый клуб платный. Он стоит 6999 вместо 9999 в этом месяце, в октябре. И доступ у вас будет до 10 декабря 2021 года, плюс это весь октябрь, весь ноябрь. Вы смотрите обучающие уроки, которые я провожу ежемесячно 5-8, и ежедневное обучение в сторис, кроме субботы и воскресенья. Плюс еще у вас минус 70 на новый онлайн-курс, который стартует 1 ноября. Моя новая книга с 1 декабря в подарок. И плюс еще вы получаете, если регистрируетесь в октябре, книжку на выбор. Или «Кожа класса люкс», или «География макияжа». Поэтому спешите, многие пишут, спрашивают, где-то что-то услышали, нужно просто написать в директ «хочу в закрытый клуб», и мы отправляем подробную информацию. Все, вы оплачиваете, мы вас добавляем, и после этого вы уже там пользуетесь, смотрите, и этот закрытый клуб, конечно, существует благодаря всем участницам, потому что очень много преимуществ, и девушки пишут, что я думала, до конца года он будет, потому что в том году, 10 августа, я его открыла, так как была пандемия очень такая активная, и вообще были ограничения во всем, но мы смогли встречаться, общаться, обучаться, и там участницы из разных стран. Вот, это сразу отвечаю на самый популярный вопрос. Сегодня раньше начинается наш третий день марафона, 10:37 по Софии, по Москве. Сегодня мы завершаем марафон «Осенний макияж с Лизой». Знаете, сколько у нас участниц? Участниц более 130 человек. На самом деле это очень мало, мало. Не знаю, что случилось, потому что у нас самый максимум был это больше 1000, и в среднем где-то 500-600 человек. Ну, знаете, я понимаю, потому что сейчас осень, все после лета как бы немного не могут, наверное, еще раскачаться, и очень много обратной связи, такое, что спасибо большое, в марафоне в этот раз не участвую, потому что и там какие-то различные причины. И спасибо, что вы нам об этом пишете, это действительно очень важно для нас, потому что многие хотят, но не могут, многие даже болеют, ну, все знаете, да, эту популярную болезнь, и пишут, что вот я сейчас, но все равно марафон смотрю, поэтому желаем всем скорейшего выздоровления, очень много обратной связи. Спасибо вам большое, и это очень сильно радует, что даже когда ты болеешь, ну да, там многие вот об этом писали, чувствуют себя нехорошо, но сразу настроение повышается, смотришь прямой эфир, и это улучшает здоровье. Я очень рада, что вам это помогает.
Вот, но что еще? Еще хочу сказать, вчера смотрела все работы, и, как всегда, мне трудно выбрать, потому что, ну, все красивые, все ухоженные, все интересные по-своему, все стараются. Я не знаю, как выбирать, если честно. Каждый раз у меня возникает, даже у меня совесть мучает, потому что я не знаю, кого выбрать, но все классные, все красивые, все интересные, все стараются, и хочется, чтобы все выиграли, но победили. Победительница будет одна, поэтому у нас начинается сегодня битва, да, ну, я шучу, конечно, ну, вот третий день марафона, и я очень жду ваши классные, интересные макияжи, классные, интересные истории. Вы можете присоединиться сейчас, если вы только что узнали про этот марафон. У нас марафон начался 4, 5, 6, да, сегодня завершающий день. В записи все видео с марафона 1, 2 дня сохраняются до 7 октября в моем инстаграм на IGTV, специально никакие посты не ставим, то есть вы можете посмотреть, там уже 2 видео сохранено, дай бог это видео сохранится из последних событий инстаграма, надеюсь, все будет хорошо. Вот, то есть получается, что 3 видео до 7 октября 20:00, эти видео будут сохранены, вы можете их пересмотреть, сделать все эти макияжи, поставить фото до и после или какое-то видео или бумеранг, все что угодно. Главное, чтобы был виден ваш макияж, кто будет самый креативный, кто будет самый интересный, кто правильно, по правилам все сделает, выставит 3 работы в ленту, да, то есть 3 макияжа. 3 сториса, но если они у вас исчезли, ничего, мы это все отслеживаем, главное, чтобы в ленте было 3 сториса, пишет, принимаю участие в марафоне, хэштег «Осенний макияж с Лизой», пишется все слитно, от «Собака Елизавета Мейкапро», это я, мой инстаграм, который вы сейчас видите, и чем интереснее будет описание, тем больше возможностей на победу, кто-то будет самый лучший, самый креативный, лучшие работы, интересные работы, которые нравятся мне, я сама лично отбираю, высматриваю, не только мои ассистенты, не только моя команда, хотя решение мы принимаем все вместе, в общем, чате я пишу, ребята, вот как вы считаете, там 10-15 работ, и мы уже смотрим и голосуем, но чаще всего наше мнение сходится, ну, конечно, мужчины в нашей команде, они немножко по другим критериям всегда оценивают, и мы уже сразу пишем там, так, подождите, давайте смотрим там на макияж, на креативность, на то, у нас даже есть такие шутки. Вот, и самый главный приз, самая креативная девушка, самая креативная победительница может выбрать подарок, ну, самый главный приз – это обучение в Москве. 23-24 октября, отель «Ибис», Октябрьское поле, группа полная, те, кто еще спрашивали, можно прийти на обучение, вы нам пишите, мы как-то будем решать этот вопрос, потому что нам дали возможность аудиторию больше, и я думаю, что можно еще добавить несколько человек, поэтому все, кто очень хотели, сейчас я про это не говорила, я скажу, потому что много пишут, спрашивают, я очень редко провожу сейчас обучение в России, да, и вот Москва, у нас едут там со всех городов, из других стран СНГ, и это очень приятно, поэтому я всех жду. Значит, все, кто не принимает участие в марафоне, но хотят в Москву, пишите нам в директ, хочу в Москву, мы отправим подробную информацию, это будет главный приз обучения в Москве. В подарок моя книга «Кожа класса люкс», в завершении сертификат на английском языке, с которым можно работать везде по всему миру. Плюс в это еще входит питание все 2 дня, ну и хорошее позитивное настроение, прощание со старыми образами, и ваш уровень профессионализма будет очень-очень высоким. Вот, ну и плюс, если вы не сможете приехать в Москву, вы можете выбрать город на выбор, это Новосибирск, 16-17 октября, те же подарки остаются, кроме питания, насчет питания, там, не знаю, организатор занимается, потом 30-31 октября, это Краснодар, если вы просто хотите в эти города попасть, места еще есть, регистрация у нас идет до 10 октября, поэтому есть еще несколько дней, 4 дня, вы можете написать «хочу в Москву», «хочу в Краснодар», «хочу в Новосибирск», и мы отправляем подробную информацию. Вот,
Значит, или можно приехать в Дюссельдорф, это в районе Дюссельдорфа, будет 5 или 11 декабря, это тоже один из подарков можно выбрать, также моя книга в подарок. Обучение в Германии проходит один день, ну, такие правила там, вот, и тоже включен кейтеринг, ну, питание, то есть можно будет покушать, там, чай, кофе попить, это тоже все входит в ваш подарок, да, и... Также все, кто хотят из Германии приехать на обучение, пишите «хочу в Германию», мы отправим подробную информацию. На 5 число у нас группа уже почти уже сформирована, есть еще даты на 11, есть точнее еще места на 11, поэтому пишите, заполняйте свои места. Ну а если вы вообще никуда не хотите ехать и насчет пандемии очень серьезно относитесь к передвижениям, это прям 50 на 50 у нас аудитория поделилась, то есть возможность пройти онлайн обучение «Кожа класса люкс мировой бренд» VIP индивидуально 23 999 рублей. В подарок две мои книги, 30 дней доступ просмотру перемотки, личное общение со мной в WhatsApp, вот такая видеовстреча один на один, мы делаем вместе макияж. Значит, и дата обучения до конца года выбирайте сами. Также можно еще пройти Zoom обучение, это очень популярно, когда один организатор собирает девушек со всего мира, все подключаются 2 дня, обучение проходит по 6 часов, чаще всего это суббота-воскресенье, в завершении тоже выдается сертификат, и мы общаемся в общем чате на протяжении месяц-3, в зависимости от того, насколько, ну, группа готова, да, там высылают свои работы и так далее. Вот, поэтому, дорогие девушки, выбирайте свой подарок, какой хотите, но, конечно, Москва это самое главное, самое оптимальное, потому что все из разных городов, да, но если вы находитесь ближе к Новосибирску или Краснодару, то я всех приглашаю, можно еще победительницу выбрать. Вот, ну и закрытый клуб, он в подарок не идет, это вообще особый такой момент, потому что закрытый клуб это клуб для особенных, то есть туда приходят уже осознанно те, кто готовы меняться, многие даже вот, ну я очень читаю обратные связи про закрытый клуб, что Лиза, спасибо, мы каждое утро просыпаемся с тобой, делаем вместе макияжи, вот, и очень много интересного, нужного, и меняют все образы, я просто вижу, как колоссально меняются все девушки, которые пришли, потому что 90% все равно имеют практику, и если вы готовы менять свою бьюти-фантазию, свой бьюти-бизнес, свою бьюти-жизнь, вообще измениться самой полностью, то приходите туда, это очень потрясающая, уникальная возможность. Вот, так, ну что, давайте познакомимся, кто откуда, из каких городов. Сегодня завершающий день марафона «Осенний макияж с Лизой». Я буду сейчас делать натуральный макияж, что не свойственно для меня, да, но очень многие мне всегда пишут и говорят: Елизавета, у вас всегда получается так элегантно, но сначала казалось, что будет ярко. Почему так? Вчера мы уже с вами выяснили, да, потому что уходовый декор, он подстраивается под текстуру и пигмент кожи, это первое. Второе, уходовая декоративная косметика улучшает текстуру кожи, это мы тоже с вами знаем, поэтому я люблю многослойности, моя кожа жирная, комбинированная. Ну и третье, это, конечно, когда... Мы с вами делаем среднюю контрастность, про которую я уже говорю 2 дня, это намного эффективнее, нежели чем тонкая или более плотная. Поэтому, дорогие мои любимые, давайте пробовать более плотное нанесение, не так, как раньше мы это делали, а если вы делали очень плотное, хотя таких девушек, женщин всего лишь 10% во всем мире, с кем бы я ни работала из разных стран мира, сейчас я вот в Болгарии работаю, греки, болгары, румыны, сербы, это аудитория, которую я обучаю, консультанты косметики 17, Radiant, Aura, греческие, сербские бренды. И все любят более среднее нанесение, когда его показываешь, оно, конечно, впечатляет. Ну и быть смелее в макияже, это тоже очень важно. Вот все, кто проходит мои марафоны, начиная с моего марафона, потом там переходят на онлайн-обучение, еще на какие-то программы, да, я хочу сказать, что это супер мощный инструмент, когда вы можете измениться сами, делая теорию и практику, если после марафона у вас получилось, то все остальные обучения просто будут очень легкие для вас, но они будут восхитительные и открывающие новые взгляды на вас, на ваши образы, ну и на вашу бьюти-жизнь. Ну давайте пишите, кто откуда, из каких городов.
Привет, Мариуполь, Первоуральск, Тюмень, Каменск-Уральский, Иркутская область, Псков, Феодосия, Львов, Екатеринбург, Сургут. Угу. Пожалуйста, ждем, кто откуда. Я сегодня вышла раньше, я знаю, что некоторые ждут 12, я сказала, что с 12 до 12:30 пообещала, но сегодня так получилось, что вышла раньше, позже, к сожалению, или к счастью, я не смогу. Так, ну что, жду, кто откуда. Владивосток, Вольск, Волгоград, Курган, Казахстан, Тюмень, Краснодар, Нижний Новгород, привет из Мурманска, Украина, Николаев, Германия, Санкт-Петербург. Ну, как обычно, у нас большая аудитория, вчера, как уже и говорила. Кстати, вот Америка к нам, конечно, в это время не присоединяются, потому что я даже иногда ночью веду для них обучение, ночью, представляете, да? Это вот иногда бывает для меня трудно, но у меня есть определенные уже контракты, договоры. Вот если это аудитория, моряки с директорами, моряки русскоговорящими, англоговорящими, с кем я работаю, вот каждый месяц они заказывают Zoom обучение, и их команды работают по моим техникам, и есть классный результат. И даже приходится ночью. Беларусь. Беслан, Турция на отдыхе, он соседи рядом. Украина, Барнаул, Миргород, Забайкалье, Санкт-Петербург. Отлично, отлично. Наша география все растет и растет. Нас 40 стран. Статистика в каждой стране от 9 человек. Это только те, кто имеет мои сертификаты. 25 тысяч женщин по всему миру за 8 лет существования бренда кожа класса люкс. Класс. Одесса. Замечательно. Ну, супер. Я выключаю комментарии. Начинаю делать Владимир. Владимир, привет. Чебоксары. Так, все, хорошо. Выключаю комментарии, чтобы мы с вами не отвлекались. Значит, смотрите, я сделала, как обычно, демакияж. У меня есть на лице очищение. У меня на лице тоник, сыворотка, крем для глаз и увлажняющий крем. Ну, все как обычно. Я уже в первом уроке говорила, запись сохраняется, еще раз повторю, до 7 октября 20.00 нашего марафона, в первый день, что вместо базы, вместо основы, вместо праймера, это все одно и то же. Мы можем использовать различные продукты. В принципе, у меня есть сейчас крем, это идет как база, как основа, я могу ничем его не заменять. Я буду использовать SPF праймер, который с содержанием SPF, так же, как мы делали с вами в первый раз или во второй, по-моему, вчера, да, мы делали. Значит, количество праймера мы контролируем по ровности кожи и начинаем наносить с тех зон, где у нас есть неровности. Я это делаю пальчиками, делаю рукой. Мы делаем макияж для себя в марафоне, не для клиентов, поэтому можно сделать это руками. Можно нанести бьюти-блендером, можно использовать кисточку для тональной основы, можно использовать кисточку как щетка. Я уже показывала очень много раз в различных видео здесь в моем инстаграм. Можете посмотреть, и там понятно, подробно я рассказываю, как можно использовать каждый инструмент. Ну и также на всех своих обучениях я рассказываю разбор каждого инструмента, как использовать и как наносить. После того, как мы использовали праймер, ждем какое-то время, чтобы он немножко провалился в кожу, чтобы кожа была более гладкая. Про праймер тоже уже рассказывала, посмотрите в записи. Прямые эфиры, которые сохраняются до завтрашнего дня 20.00. Теперь мы будем делать скульптурирование двумя матирующими тональными основами. Это Ivory C100 и Beige C170. Я не знаю, где какие тональные есть, сразу предупреждаю, потому что в каждой стране своя цветовая палитра. Включайте Beauty Fantasio и берите приближенные к вашей коже оттенки. Но те, кто со мной давно, сейчас спросят: Лиза, ты берешь 100, это самый светлый. Да, сегодня беру сотку, потому что
Хочу сделать эффект такого немножко светлого лица, чтобы это было четкое скульптурирование, потому что очень большая разница, Беж 170 и Айвори 100. Вот, я хочу, чтобы это скульптурирование было очень заметно, во-первых. Во-вторых, я хочу, чтобы вот эта зона была более светлая, потому что сегодня у меня будет еще фотосессия, и потом я еще иду в ресторан. То есть, получается, у меня будет несколько обучений, также онлайн, да, в Zoom. Потом это будет фотосессия с моей командой здесь, 17 Radiant. И после этого будет ресторан. Мне нужно сделать макияж стойкий. Нужно, чтобы смотрелось на видео, на фото через камеру, когда провожу вебинар, тоже красиво, да. И третий важный момент, это, конечно же, улучшение текстуры кожи. Но с уходовым декором это неизбежно, поэтому мы будем делать с вами светлый оттенок. И тем более, когда уже немножко подустаешь, ты там, съемки очень волнительно проходят, тем более мы общаемся на английском, на болгарском, это тоже очень много энергии затрачивает. И, ну, чтобы усталость вообще скрыть с лица, скажем так, я использую всегда более светлые оттенки, это очень помогает. Айвори C100 мы берем светлый оттенок по типу кожи. У меня кожа жирная и комбинированная, поэтому я использую именно для жирной комбинированной кожи. Разношу аккуратненько, разогреваю, как обычно, на бьюти-блендере и начинаю перекрывать полностью все Т-зоны. Треугольник под глазами. Также наношу на вот эти участки. Также наносим на подскульное пространство. Уже объясняла, говорила, почему. Те, у кого старая школа макияжа, посмотрите предыдущие прямые эфиры. Смотрите, как мы наносим вот так вот аппликативно, да, то есть мы как бы растушевываем, пока даже я уже тушевала эти зоны, где более тонкое нанесение, уже подстроилась под текстуру и пигмент, то есть уже он не такой светлый, как был. И так же, как и вчера, или позавчера, извините, я не помню, вебинары провожу постоянно, делаю макияжи на себе, мы перекрываем полностью все лицо, то есть мы нанесли сначала на те зоны, которые зоны осветления, да, а теперь мы перекрываем полностью все лицо боковой частью, вот такими втирающими, вбивающими движениями. Аккуратненько перекрываем, работаем с верхней частью. И добавляем обязательно на шею. Остатками проходим зону под глазами. Тоже вчера уже говорила, что как делать. Вчерашний прямой эфир можно посмотреть. Конусной части бьюти-блендера прорабатываем вот эти зоны. Это очень важно. И если у вас есть где-то заломы, морщины, шрамы, вы можете верхней частью бьюти-блендера вот так вот аккуратненько пройтись, и кожа будет более гладкая. Я очень люблю использовать матирующие тональные основы на все лицо. У меня кожа жирная, комбинированная, есть расширенные поры, поэтому очень хорошо сужает, подтягивает, придает лифтинг. Плюс еще смотрите такой момент, если у вас кожа достаточно темная, да, ну там, допустим, вот как на Балканах, или там берем Кавказ России, или если это афрокожа, да, то мы тогда не используем вот такие суперсветлые оттенки, потому что на темных пигментах, это хоть и уходовый декором подстраиваться под текстуру пигмент, но если у вас есть расширенные поры, то этот белый может туда вбиться, вот, и он будет виден, то есть эти белые точки будут видны, поэтому старайтесь брать, вот, отталкиваясь от вашего обычного оттенка, регулярного, базового, да, на 2-3 тона светлее, это самый максимум, который можно брать. Теперь дальше, Беж Си 170, это матирующая тональная основа, темный пигмент, все так же наша любимая схема, самая продаваемая в этом
году. Это просто как какой-то писк, какая-то бомба со всех аудиторий. Идет обратная связь, с кем я работаю, в том числе аудитория Мэри Кей. Это, конечно, вот когда мы наносим на все лицо и делаем скульптурирование вторым оттенком. Многие все, кто уже попробовали, в восторге, и те, кто совсем новички, рекомендую обязательно сделать. Оттенок я взяла, смотрите, хоть он и 170, но он не сильно темный. Знаете почему? Потому что светлый пигмент, он уже впитался и подстроился под текстуру пигмент кожи. И поэтому это смотрится очень гармонично. Это вот из серии того, что мне каждый день присылают сообщения. А скажите, пожалуйста, как мне подобрать оттенок для своей кожи? Дорогие мои любимые девушки, во-первых, я вас не вижу. Во-вторых, ну, есть такие вопросы, они прям, ну, непонятные. То есть, если вы задаете, задавайте просто конкретно вопрос. Я с удовольствием отвечу, но мне нужно понятно, чтобы... Мне нужен вопрос-ответ, нету времени. И если есть возможность, я отвечаю, потому что я всегда с удовольствием, с радостью готова помочь. Но некоторые пишут там, а как мне подобрать, а что мне сделать? Уходовый декор в многослойности по моим техникам, если вы делаете... Ваша кожа, она будет выглядеть всегда красиво, главное растушевка. Как подбирать тона, вот даже в этих трех днях марафона я уже достаточно много рассказала, поэтому вы можете воспользоваться этими знаниями, приобрести себе, я не знаю, ну 4 точно тональных крема разных подтонов и уже понять, какие вы можете использовать, да, и ваша кожа будет находиться в состоянии ухода и будет выглядеть достаточно красиво. Вот, поэтому смотрите, до 7 октября 20:00 по Москве эти видео все сохраняются, потом мы их удалим, и пока есть возможность воспользоваться знаниями марафона, пользуйтесь. Ну, а те, кто хотят продолжать дальше, я приглашаю на все обучения, которые будут проходить, а может это будет и ваш приз, может быть вы его выиграете. Это будет Москва, 23-24 октября, 16-17 октября, Новосибирск, 30-31 октября, Краснодар. Чтобы получить информацию по поводу этих городов, пишите в директ. В директ, это где переписываются все в Инстаграм. Вы просто пишите «хочу такой-то город», «хочу Краснодар», «хочу Москва», «хочу Новосибирск», и мы отправляем подробную информацию. Регистрация идет до 10 октября, еще осталось 4 дня, чтобы зарегистрироваться. Плюс еще вы можете прийти на онлайн обучение, ну и самое такое популярное, если вы любите вот такое живое общение, как сейчас, это, конечно, закрытый клуб. Все, кто вступает в октябре, получают в подарок мою книгу на выбор, одну из, скидка минус 70% на новый онлайн-курс, который стартует, знаете, когда... 1 ноября, все его ждут, мы тоже очень ждем, очень волнуемся, писали его 2 месяца, ездила по всей России, это мой 4-й онлайн-курс, который просто взрывает, я даже не говорю, как он будет называться, потому что все спрашивают, все интрига, 1 ноября все узнаете. Вот, и 1 декабря выходит моя 3-я новая книжка, которая тоже будет в подарок, поэтому присоединяйтесь, доступ до 10 декабря, плюс доступ к просмотру перемотки к предыдущим урокам с 10 августа 2021 года, и просто пишите в директ «хочу в закрытый клуб». Спасибо за лайки. Продолжаем. Значит, мы сделали с вами праймер, мы сделали 2 тональных, пока я говорила, уже подстроилась под текстуру и пигмент, кожа стала очень гладкая. Сейчас я скажу свою любимую фразу. Люблю влажные текстуры Мэри Кей, я действительно их обожаю. Вот все надо мной смеются, кто работает со мной, они говорят, Лиза, ты с Мэри Кей столько лет, каждый раз удивляешься, что ты это искренне делаешь. Да, я это делаю искренне, потому что когда я работаю с другими брендами, если, ну вот даже 17 Radiants, почему я много про эту косметику говорю, я работаю над созданием палитры для славянской кожи, плюс я обучаю консультантов, которые продают эту косметику. И, конечно, когда мы работаем с этими брендами, я использую эту косметику, она мне нравится. Я уже вам рассказывала, что на лицо я не наношу, почему, в записи все это есть, пересмотрите в предыдущих уроках. Но что меня впечатляет, что мне очень сильно нравится, что когда есть с чем сравнить, и ты каждый день делаешь сначала макияж с одной косметикой, потом ты делаешь любимой косметикой Мэри Кей, сразу начинаешь восхищаться качеством. И те, кто забывают об этом, я вот периодически напоминаю, это действительно так. Я перепробовала более 130 брендов, мне 33 года. С 16 лет я в бьюти-индустрии, 9 стран, где училась, 5 стран, где работала. Болгария — это 5-я страна, но
Болгария, Греция, то мне одно и то же, я их не считаю совместно, потому что и там я провожу время постоянно. И я хочу сказать, что Мэри Кей это самый мой лучший фаворит по созданию кожи класса люкс. Может быть, есть еще другие какие-то бренды высокого класса, которые бы также в системе проявили себя как Мэри Кей, но пока что я их не встретила. Я к Мэри Кей отношения никакого не имею, это не реклама, я независимый эксперт, я просто делюсь своим мнением. Теперь переходим к сухим текстурам. Сегодня буду использовать рассыпчатые текстуры. И сначала перекроем все лицо в тон кожи. Ну, давайте возьмем вот этот светленький. Я начинаю зону осветления. Обязательно прорабатываю зону глаз. Зона осветления еще здесь. И потом разношу полностью всю пудру по всему лицу, верхней частью кисти. Опускаюсь на шейку. Помните, да, что влажные сухие текстуры у нас всегда идут отдельно. То есть мы их не совмещаем. Теперь мы делаем скульптурирование более темным пигментом. Я думаю, что это какой-то бронз. Можно взять любой, какой у вас есть. Многие те, кто сейчас смотрит, как мне вчера написала, да, одна участница марафона, или просто зрительница марафона, мне нравится, что вы опережаете вопросы. Ну да, я вчера уже говорила, почему давно работаю с женщинами, с интернационалом и так далее. И я сейчас знаю, когда я нанесла эту линию, некоторые такие... Вот, так делают те, кто вообще боятся что-то делать на своем лице. Надо делать все смело. Берете, делаете, вы всегда сможете это смыть. И аккуратненько тушуем. Тан-та-дан-та-дан. Тушуем этой же кистью, можно ее очищать, можно не очищать, потому что это очень мелкий помол, минеральные текстуры, легко расходятся, легко тушуются, все как обычно, подскульное пространство по росту волос, где был темный, там и темно растушевываем. Опускаемся на шею обязательно, носик. Можно хайлайтер использовать, можно не использовать. Это уже в зависимости от того, как хотите. То есть мы сейчас сделали с вами скульптурирование с помощью рассыпчатой текстуры. И только рассыпчатая текстура дает такое плотное контрастное нанесение. Только она. Потому что если это будет... Простите, компактная, да, рассыпчатая такого эффекта не дает. Рассыпчатая, у нее более крупный помол. Вот здесь вот видите, немножко опустила, чуть-чуть убираю, помните, да, вот эти два пальца. И потому что пыль летит от нее, то есть это мелкий помол, он разлетается. Можно немножко вот так руками подкорректировать, ну, когда, соответственно, мы себе делаем. Угу. И добавляем румяна. Помните, вчера у нас румян не было, всех впечатлило, что я тени нанесла, и об этом, мне кажется, написали все, кто смотрели марафон. Ну, это все просто. Можно заменять. Возьмем сейчас вот эти розовенькие. Любые розовые можно использовать. На выпуклую часть наносим и вот сюда горизонтально. На выпуклую часть и горизонтально. Угу. Отлично. Теперь дальше что делаем? Можно добавить еще лифтинг нанесения, можно добавить хайлайтер. Ну, сегодня этого делать не буду, оставлю так. Можно добавить еще тушевку рассыпчатой пудрой. Я просто подрастушую границы, чтобы это смотрелось более естественно. Напомню, да, что у нас и видео, и фото, и жизнь. Сегодня будет
у меня. Вот. Но, в принципе, наверное, коральчика я немножко еще добавлю на скулы, вот на эту зону. Это будет лифтинг-эффект. И немножко сюда. Так, значит, смотрите, теперь что мы сделали? Спасибо за лайки. Мы нанесли основу. Мы использовали два тональных. Мы использовали две компактные текстуры, уже пять. Шестое это у нас были румяна, да? И больше мы ничего не делали. Шесть декоративных продуктов, влажных и сухих, у меня сейчас на лице. Моя кожа чувствует комфорт. Все классно, все хорошо. Почему это происходит, уже говорила на других днях марафона. Я включаю ваши комментарии, жду вопросы, жду обратную связь. Пишите, пожалуйста. Пока пишете обратную связь, я работаю с бровями. Взяла свой любимый оттенок брюнет. Всем добро пожаловать, кто присоединился. Сегодня прямой эфир у нас начался раньше намного. Я знаю, что многие удивлены, но так получилось. Не позже, а раньше. Здравствуйте, Лиза. Добро пожаловать. Здравствуйте. Жду обратную связь и продолжаю. У нас идет третий день марафона. Осенний макияж с Лизой. Спасибо за ваши лайки. Мы делаем третий образ. Условия марафона можно посмотреть в сторис или в начале каждого эфира я говорю. Как всегда, доступно и понятно. Спасибо. Так, моя замученная жизнью палитра. Так, смотрите, что делаю. Добавляю восковой текстуры немножко побольше, да, потому что сегодня будет еще фотосессия. И вот этот вот хвостик немножко заполняю плотнее. Головку не трогаю вообще. Даже немножко растушевываю ее. Лиза, не перестаешь удивлять своими эксклюзивными техниками. Спасибо большое, Юлия из закрытого клуба. Да, спасибо. У нас вообще, ну, у нас в клубе, и я вообще никогда не повторяюсь. То есть то, что я рассказываю, это всегда в топе, в тренде, что-то новое, интересное. Этим и отличаются еще мои авторские техники. Лиза, вы пудру аппликативно вбиваете, а потом растушевываете. Эта техника в любое время года используется или ее лучше для более холодного времени года? В любое время года она используется. Почему задаете этот вопрос? Если она используется для определенного какого-то времени года, то я об этом говорю всегда. И забыла в этот раз сказать, как и те предыдущие макияжи, два, которые были, эта техника подходит абсолютно всем, любого возраста, любого цвета кожи, любого состояния кожи, от 14 до 114 лет. Делаю с вами макияж, отлично. Доброе утро, Лизавета. Только включилась, окей, благодарю. Лиза, при узком носе контурирование не делается. Смотрите, вот то, что я сейчас показываю, это стандартно подходит абсолютно всем. С любым вообще, с любыми формами лица. Потому что эта техника в марафоне принимают участие девушки из разных стран, с разным цветом кожи, с разными этническими там особенностями, да, вот у меня, например, лицо овальное, глаза большие, ну, там, у всех по-разному, у кого-то веко плоское, у кого-то лицо узкое, у кого-то нос широкий, у кого-то нос узкий, у кого-то длинный, у кого-то маленький, мы все разные, но эта
техника стандартная для всех. Еще раз повторюсь, это можно использовать абсолютно любой девушке. Вот все, что я сейчас показала, это подходит всем. И так как я работаю над созданием палитр для славянской кожи, и моя аудитория здесь, даже в Болгарии, кого я обучаю, это направлено на славян, потому что очень много приходят, ну, есть и болгарки, да, светлокожие, там, Украина, Россия, на славянок, европеек. Вот моя аудитория работает в основном с ними. И даже если обучают те, кто работают с кожей, как на Балканах, Турция, Румыния, Болгария, Греция, уже более темные пигменты, это все стандартно абсолютно для всех. Поэтому все, что я сейчас показываю, применяйте, неважно какая форма. И вот вообще эти формы, все, про которые мы часто всего говорим, это учитывается в косметике класса middle и в косметике профессиональной. В уходовой декоративной косметике есть схема Елизаветы Щербаковой и уходовая декоративная косметика. Больше ничего. Тогда вы можете делать все, что угодно, и будет красиво. Ну и главное, чем больше растушевка, тем дороже ваша кожа. Клуб на год. Что там делаете и сколько стоит? Я уже говорила, сейчас повторять не буду. Напишите нам, пожалуйста, в директ. Хочу в закрытый клуб, и мы отправим вам подробную информацию. Добрый день, Лиза. Я не понимаю, как работает многослойность, но эффект вау. Кожа совсем другая стала. На работе все смотрят и говорят, что похорошело. Спасибо за нас, красивых. Я очень рада, Елена. На самом деле... Это классно, что вы не понимаете, как она работает, потому что я про это не рассказываю здесь, я об этом говорю уже в закрытом клубе, я об этом говорю на всех своих обучающих курсах, но я очень рада, что у вас есть такой результат. И самые популярные отзывы, вот как вы написали, потом, что говорят девушки, помолодела, сделала пластическую операцию, пошла укололась, потом, значит, похудела. Ну, и это самые такие популярные отзывы. Там их очень-очень-очень много, поэтому всех приглашаю на обучение в закрытый клуб, и таких изменений будет очень много. Вот у нас новичок, точно новичок, задает вопрос. Лиза, спонж был мокрый? Конечно, конечно, он был мокрый. Мы всегда используем только влажный бьюти-блендер, хорошо отжатый. Добро пожаловать, Наталья Бородавкина. Я прошу прощения, могу неправильно прочитать, но я хочу сказать, что бьюти-блендер используется всегда только во влажном состоянии, только. В сухом он не используется никогда. Если это косметика люкс премиум, если это косметика уходовая, декоративная, неважно какая, он будет всегда во влажном состоянии. Как его мыть, очищать и все такое, об этом я здесь как-то рассказывала, и в закрытом клубе очень много информации по этому поводу, ну и на всех обучениях, соответственно, тоже. Марике – это образ жизни и молодость. Ну да, наверное, так и есть. Ну вот, консультанты Марике это подтверждают. Отлично, теперь переходим дальше к глазам, выключаю комментарии. Сделали брови и делаем натуральный макияжик. То есть мы сделали естественное нанесение, очень естественное, всего лишь там 7 или 8 продуктов, все отлично. Но это профессиональное нанесение, от этого текстура кожи улучшается, становится более гладкой. Наносим основу или кисточкой, или пальчиками, какое количество вы уже знаете. Смотрите, в записи прямые эфиры до 7 октября 20.00 сохраняются. А потом они удалятся с моего инстаграма, века становится более открытая, наполненная, и пигмент будет достаточно яркий. Что делаем? Что делаем? Берем коричневый карандаш, но это не коричневый, извините, свет падает не так. Коричневый моя любовь, самый нейтральный, все, кто со мной давно знают, взяла вообще фиолетовый. Вот коричневый. У меня еще, знаете, есть коричневый для губ, для афро, там есть Dark Chocolate, потом... Еще какой-то чоколад у меня есть, и я их иногда путаю. И мы наносим на скулы карандаш, на глаза, везде делаем скульптурирование. Это очень круто. Придает лифтинг и подтягивает. Потрясающе выглядит кожа. Обожаю текстуру Марике. Искренне. Каждый раз восхищаюсь. Значит, дальше что делаем? Прокрашиваем ресничный контур. Чуть-чуть выводим в сторону и прокрашиваем еще раз. Тоненькая линия в ресничный контур обязательно. Помним, да?
На одну третью или одну пятую внизу все знают, почему мы делаем на одну третью или на одну пятую. Но и здесь мы делаем на одну третью все. Все мы делаем так. Прокрашиваем каждую ресничку. И вот эту галочку вырисовываем. Теперь используем кисть Smokey Eye, чистую. Как обычно, если мы тушуем, то начинаем снизу. Это одна из топовых тушевок, да, прокрашивая каждую ресничку и выводим в сторону. Я немножко убрала, потому что слишком длинная тушевка получилась. Вот в ресничный контур, прям вот в каждую ресничку втушевать надо восковую текстуру. Такое немножко небрежное получается, как бы размазанный карандаш. Но наша задача сделать вот именно восковое нанесение. Чтобы этот воск был как база, как основа для будущих теней, которые мы нанесем. Здесь ярче, тут не ярче, можно сделать... Или этот больше растушевать, я добавлю больше цвета. У меня яркие черты лица, поэтому я могу использовать более плотное яркое нанесение. Многие девушки, у кого яркие черты лица и яркий цветотип, типа осени, зимы, я рекомендую брать достаточно плотное нанесение. Это не придает возраста, это не взрослит, не старит. Это очень хорошо дает контрастность в нанесении. Вот, и достаточно эффектно выглядит. Спасибо за ваши лайки, поэтому, пожалуйста, прислушайтесь. Некоторые, кто начинают делать макияж, я все время смотрю и, ну, вижу, что очень большая разница есть, когда мы делаем плотно и когда мы делаем тонко. Вот когда на яркие черты лица используется тонкая или средняя контрастность, ну, средняя еще нормально, конечно, более плотная была бы круче, но когда вот тонкая, это как будто недокрашенный макияж. Понимаете, да, про что я говорю? Кто не понимает, определит свой цветотип и сразу поймете. В закрытом клубе и на всех обучениях про цветотипы я рассказываю подробно, вообще там ничего трудного нету, все легко. Значит, берем теперь кисточку по типу кабуки, тоже должна быть кисть чистая, чистенькая. У нас есть три оттенка, всегда в макияже глаз самые основные базовые. Это тень, свет и полутень. Вот это у нас идет тень, это будет темный. Сейчас мы берем полутень. Я решила использовать сегодня палитру «Песчаные берега». Она придает лифтинг, она подходит для возрастных девушек, особенно если веко нависшее, опущенное и глубоко посажено, чтобы визуально выдвинуть. Эта техника особенно подходит для тех, вот у кого такие веки, которые сейчас перечислила. Но, смотрите, есть такой момент, что восковая текстура почему особенно подходит с этими тенями, потому что воск, что он делает? Он придает лифтинг, потому что у воска еще есть такая особенность подстраиваться по температуру кожи. То есть он фиксируется. Вы можете вообще с любой косметикой с содержанием воска, в Mary Kay 80% такого декоративного продукта, вот еще восковые тени, да, это новинки. Можете пойти в баню, поменять климат, заниматься спортом, делать там все что угодно, вспотеть, и ваша кожа будет находиться в состоянии ухода, и макияж будет стойкий за счет того, что содержится восковая текстура. Эти тени потрясающие. Если в вашей коллекции нет еще песчаные берега и чай латте, я извиняюсь перед теми, кто любит мне писать комментарии, какая палитра, извините, пожалуйста, ну так получилось. Все, кто понимает, почему такая палитра, я думаю, что у вас они такие же. Вот. И мы, короче, с вами берем или чай латте, или песчаные берега. Поэтому, смотрите, вот если брать из песчаных берегов, это будет самый темный, потом полутень будет, например, вот такой оттенок, этот будет самый светлый. Но можем взять самый светлый любой другой из этих квартетов, потому что это восковые текстуры, и мы начинаем с полутени.
Полутень наносится на те зоны, где у нас есть неровности, чтобы открыть глаза. Вот, например, смотрите, у меня века открытая, вот здесь вот есть у меня орбитальная складка, и она у меня видна. Но века моя немножечко так начинает опускаться уже, мне это, конечно, не нравится, но что делать? Если у кого-то нависшее или опущенное века, да, то даже если этой складки у вас не видно, вы вот так просто делаете, рисуете по ней, потом опускаете, у вас там туда впал этот оттенок, этот мешок опять висит, да, или там вот эта неровность выпирает, вы затушевываете на 1/3 только на этот мешочек. Так работать с нависшим, опущенным и глубоко посаженным веком. А верхней частью мы набираем вот этот вот цвет, который у нас в роли полутени. Я не могу брать с одной палитры, мне надо с двух. Причем цвета одинаковые. Смахиваем, встряхиваем. И наносим на 1/3 орбитальной складки. Еще раз набираем полутень, смахиваем, встряхиваем и наносим на 1/3 . Теперь мы начинаем тушевать от периферии к центру, выводя этот оттенок к внутреннему уголку глаза. Еще раз набираю, хочу больше контрастности. Вот сюда добавлю. Отлично. Спасибо за ваши лайки бесконечные. Беру темный оттенок. Какой-нибудь это будет у нас более темный, кистью со скошенным концом. У меня только такая. Но темный вот из песчаных берегов. Тут его чуть-чуть осталось. Сейчас из России привезу тени себе. Добавляем на 1/3 сюда, добавляем сюда. Добавляем на 1/3 сюда, добавляем сюда. На 1/3 глаза. Глаз делим на 3 части. И втушевываем в каждую мимическую морщинку во весь ресничный контур. У нас получается здесь остается светлое, да, как бы вот отдельный уже уголок светлый. И этой же кистью, только чисто я ее сейчас обработала уже, я так беру и немножко подтушевываю. У меня тут получился пигмент ярче, поэтому я еще добавляю. Набираю теней немножко слегка и добавляю в ресничный контур. Остатками сюда. Теперь у нас подвижное веко очень светлое. И можно даже пальчиком или ватной палочкой, я, к сожалению, не подготовила. Вот, мы наносим какой-то светлый оттенок на подвижное веко. Это можно делать с абсолютно любыми оттенками, как вы уже догадались. Те, кто не догадались, подсказываю. Вы можете использовать тона, которые в цвет ваших глаз, противоположный цвету глаз. Как это подбирать, тоже на всех авторских курсах я рассказываю очень много об этом. В закрытом клубе есть, и здесь я немного рассказывала, поэтому всех приглашаю, все, кто хотят. 16-17 октября Новосибирск, 23-24 октября Москва, 30-31 октября Краснодар, 5 или 11 декабря в районе Дюссельдорфа. Все, кто хотят, пишите «хочу свой город», и мы отправим вам подробную информацию. В России курсы я теперь не так часто провожу. Все проходит в основном Zoom для России, для Украины, для Казахстана, для Беларуси. В странах Евросоюза я провожу обучение здесь, но это не аудитория Mary Kay, различные косметические бренды, больше 17 Radiant. И плюс вот в Германии наконец-то будет офлайн, но, к сожалению, только по одному дню. Но, в принципе, классно, что нам разрешили это хотя бы сделать так. Так, ну что, сделали. Теперь берем какой-то светленький. Ну, смотрите, мне вот этот светлый больше нравится, он достаточно насыщенный. Я возьму из этой палитры, можно взять и этот. Но он не такой будет контрастный, поэтому беру более светлый боковой частью, набираю и начинаю наносить вот именно с этой зоны, с внешней части. Вот наша с вами задача — не заходить на те зоны, где уже есть тени. Нам нужно плотно, прям вот плотно нарисовать,
до орбитальной складки. Вот где у нас идет орбиталь, где вот этот изгиб, мы туда наносим плотно. Нам нужно плотно нанести, еще раз повторюсь, потому что если мы не дорисовываем, то кажется веко более опущенное. Видите, да, до орбитали, прям высоко. Еще раз набираю этот оттенок и также наношу от внешней зоны. К внутреннему уголку глаза. Всегда до орбитали работаем, чтобы подвижное веко было наполнено тенями. Ждем 30-40 секунд, восковая текстура подстраивается. Теперь смотрите, чтобы вот эти белые границы не заходили выше орбитальной складки, за счет этого глаз кажется более выпуклый, да, ну как бы вперед, наоборот, мы подчеркиваем, когда светлое наносим на какие-то неровности, нам нужно еще раз взять этот оттенок, который был по орбитали. Мы добавляем сюда и просто аккуратно смахиваем вот этот светлый. И получается светло видно, но здесь уже идет более мягкая растушевка. Видите, разница сразу видна. Глаз более открытый, здесь подчеркивается вот именно эта выпуклая зона. Угу, отлично. Потрясающие тени, очень люблю, как они выглядят. Вот смотрите, средняя контрастность. И если сделать это в более тонкой или в средней, но с максимальной растушевкой, у меня средняя плотность нанесения, то, соответственно, мы с вами получим эффект супернатурального макияжа теней. И, в принципе, тут делать нечего. Я прокрашиваю черным карандашом ресничный контур. Просто верхний ресничный контур я прокрашиваю черным карандашом. Без стрелок, без тушевок, без всего. Сразу разница видна между глазами. Дайте, пожалуйста, вашу реакцию. Я вижу сердечки. Ставьте, пожалуйста, еще лайки, чтобы я понимала, что вы со мной. Наносим в ресничный контур черный карандаш. И почему я рисую боком, отвечаю на самый популярный вопрос, потому что так рисуется тонкая линия карандашами, которые выкручиваются. Вот смотрите, тогда тонкая линия, если у вас густые ресницы, например, как у меня, да, то очень легко прокрасить каждую ресничку именно боковой частью. Я рисую черным карандашом только в те зоны, где у меня есть ресницы. Ну, то есть они вот тут растут. Если ресницы там уже не растут, вы рисуете только туда, где растут ресницы. Если там ресниц нет, еще раз повторяюсь, то уже, ну, не надо рисовать. Теперь берем чистую кисточку вот эту, пока восковая текстура не застыла. Протушевываем карандашик. Каждую ресничку. И вот здесь можно маленькую стрелочку вывести. Как бы этот черный смешать с тем коричневым. Визуально верхний контур удлинится. Глаз будет смотреться более длинным. Но это не стрелка. Это коррекция глаза. Выводим в сторону. Угу. И получается, что такой, да, переход черный в более темный, потом в более светлый полутень и свет. Спасибо за ваши лайки. Теперь берем светленький и включаю комментарии, пишите вопросы, обратная связь, давайте болтать. Значит, светло, смотрите, возьму тоже из этой палитры. Эта палитра, кстати, сейчас есть в Америке. Я с ними очень много работаю, провожу обучение. Я беру мерцающий, это мерцающий. Вот, у них есть сейчас это все в Мексике. Плюс еще даже два оттенка есть к этим. Но у меня, к сожалению, их нету. Много мексиканок в Моряке Америка тоже, с кем провожу обучение. Но нету тех цветов, и я иногда, даже если что-то есть, стараюсь не показывать, потому что потом мой директ завален вопросами: ой, а что это был за цвет и все такое. Это вот, смотрите, это был сатин, а это уже мерцающие, да, продукты, и мерцающие, они себя, конечно,
ведут по-другому, не так как сатиновые, они достаточно плотные, но они еще и сыпучие, поэтому их нужно стараться наносить вот более аппликативно, вот такими вот движениями, втирающими, вбивающими, чтобы они не осыпались. На каждый декоративный продукт есть своя особенность нанесения. Отлично. Так, ну что, жду ваши вопросы, жду комментарии, пишите, пожалуйста. Проверяем чистоту макияжа. Чистой кистью аккуратно смахиваем, стряхиваем и добавляем тушь. Ну, я сейчас буду использовать не Mary Kay, а Yves Saint Laurent коричневую. Это двойка. Оттенок, по-моему, браун называется. Почему-то здесь нет названия, есть только тон. Я уже рассказывала, что принимаю участие в различных проектах, и сейчас брачным агентством, где я работаю, у них Yves Saint Laurent официальный визажист, и мы работаем с этой косметикой, с участницами. Вот. Мне очень нравится этот бренд, я сама его выбрала в этот раз. Мне дали такую возможность выбрать продукцию, и мне очень нравится вот эта коллекция туши. У меня есть все оттенки, я вам уже как-то показывала. Нету только черной. Черную я люблю Mary Kay Intensity, но коричневой в Mary Kay нету. Мы про это уже говорили. Есть только там, ну как она называется? Black Brown, она не коричневая. Для меня она идет черная, только чуть светлее. Мне нужен чисто коричневый оттенок. И я вообще раньше как-то на себе коричневые туши не видела. Но в топе, в тренде это больше коричневые, фиолетовые, красные, не синие, не зеленые туши, а именно вот такие вот, это все считается нейтральные оттенки, то, что я сейчас перечислила, кроме фиолетовых, это нейтральные тона, особенно красный, бордо, уже говорила про это. И так как это natural makeup, мы с вами делаем вот такой оттенок. Перекрываем все реснички. Вы, пожалуйста, пишите, я сейчас докрашу и прочитаю. Если вы себя испачкали тушью в процессе нанесения макияжа, можно подождать какое-то время и потом аккуратненько убрать, потому что тушь высохнет. Сразу не вытирайте, испортите весь макияж. Что и касается макияжа глаз. Спасибо за бесконечные сердечки. Так, я думала, я зависла. Нет, я не зависла. Пишите, пожалуйста, обратную связь. Ваши вопросы. Сейчас поболтаем. Помните, я вчера прокрашивала только верхние ресницы, а нижние я не прокрашивала. Так вот, здесь, если это natural makeup, и это более такие нейтральные оттенки, то лучше, конечно, прокрасить полностью тушью и верх, и низ, потому что эти цвета очень быстро впитаются. И мы наносим на размер кисточки. Полностью перекрываю весь ресничный контур. Ну и, конечно, в завершении добавлю бежевый подтон. Так, это у меня для губ. Что-то я перепутала. А это для глаз. Мы берем Dior. Светлый. Это бежевый оттенок. И прокрашиваем ресничный контур по слизистой. Очень освежает, глаз открывает. У меня тут как будто родинка, да? Можно, конечно, и белый тоже использовать, но белый он не такой будет. Белый будет не такой натурально так смотреться в этом макияже. Я не подготовила ватную палочку, поэтому уберу сейчас вот так. Пишите, пожалуйста, свои вопросы.
Обратную связь я жду. Угу, коралл немножко добавлю сюда. Почему добавляю коралл? Потому что оттенки нейтральные. И если, например, вы хотите усилить цвет глаз, можно взять что-то из этой палитры, или с холодной, или с теплой. Можно добавлять куда-то сюда еще в растушевку на орбитальную складку. Так, отлично. Читаю, переходим к губам. У нас в Самаре нет карандашей восковых, синий и зеленый. Черный раньше был, сейчас давно нет в наличии. Лиза, как всегда, очень красиво. Как всегда, макияж супер. Коричневого не было. Очень красиво, только чем заменить восковой карандаш? Восковым карандашом. Лиза, при жирном веке тени даже с базой плохо держатся. Наношу консилер, потом базу. Через полдня половины теней нет. Как еще делать, чтобы лучше тени держались? Я рекомендую при нанесении макияжа использовать многослойность, про что я сейчас говорю. И рекомендую брать косметики на один раз больше количества, чем было до этого. Это касается всего макияжа лица, всего. Это первое. Второе, то есть когда вы делаете, вы затрагиваете зону вокруг глаз. У вас еще там идет какая-то база, какая-то основа. Потом можно использовать, если это профессиональный способ, то есть когда мы используем много декоративных продуктов многослойности, мы можем базу матирующую нанести на подвижное веко. Тонким слоем растушевать, подождать 30-40 секунд и добавить какой-то оттенок. Восковые текстуры, они, кстати, также усиливают стойкость, потому что подстраиваются под температуру кожи. И нанесение должно быть плотное. Я думаю, что это очень тонкое нанесение и нету качественной тушевки. Вот когда вы все это попробуете сделать, то тогда будут держаться тени на глазах. Красивый макияж. Макияж классный, воздушно легкий, шикарный, красивый. Лиза, как всегда, все отлично. Люблю тебя слушать и применять твои техники. Спасибо. Светлана, очень рада. Светлана вообще просто кардинально изменилась. Она участница закрытого клуба. Это просто огромный пример. Светлана, ты большая молодец. Потом обязательно сделаем такой вот коллаж. Хочу твою историю, историю участниц хочу рассказывать. И ты одна из первых, кто ко мне пришел в голову. Я думаю, что обязательно мы это сделаем. Делаем до конца года. Лиза, почему не используешь основу под тушь? Использую. Вот у меня не держится карандаш для глаз от Mary Kay. Вечный эффект панды. Я могу прокомментировать это так. Но дело в том, что у нас у всех разное строение, и он восковой. Скорее всего, вы наносили косметику люкс и премиум, точнее, ну, middle, да, класс, или, может быть, это было люкс и премиум, но это была косметика без содержания воска, то есть там не было восковой текстуры. Если вы наносите также жирно, почему я всегда говорю, наносим боковой частью, это более тонкое нанесение, и он ложится аккуратно. Когда мы наносим верхней частью широко и там тушуем, даже если вы супер аккуратно сделаете, это может отпечатывать. Это первое. Второе, это просто строение глаза. Такой воск, он, конечно, будет отпечатываться. Поэтому, когда вы наносите карандаш, попробуйте нанести и растушевать кисточкой Smokey Eyes. Но это должно быть более тонкое нанесение. Вы нанесли тонко, растушевали, и после этого он отпечатываться не должен. Ну, 90% нет. А так это, конечно, нужно видеть. И тогда бы я сразу сказала. Вот Светлана приглашает в закрытый клуб, и у вас будет все получаться, это точно. Коричневый карандаш появился в продаже. Это в какой стране? Напишите, пожалуйста. Лиза, объясните, пожалуйста, разницу между минеральной рассыпчатой пудрой и прозрачной рассыпчатой пудрой. Смотрите, минеральная рассыпчатая пудра... Она содержит минералы, регенерирует кожу, восстанавливает, и она больше всего используется, когда мы наносим от внешней зоны к внутренней зоне, то есть более плотное нанесение уходит в более тонкое. Вот это очень важно знать.
А прозрачная белая пудра – это абсолютно другой мир, это абсолютно другая пудра. Она содержит минералы, но она содержит на 20% из 100 всего состава. А эта пудра, она не улучшает текстуру кожи, она просто обладает светоотражающим эффектом. А благодаря прозрачной белой пудре мы получаем рельеф, мы получаем светоотражение на видео, на фото и в жизни. А плюс еще прозрачная белая пудра, она фиксирует макияж, то есть если вы потеете или плачете, у вас есть там вода на лице, да, то потом, когда она остывает, вот эта белая пудра, она абсорбирует и убирает вот эти все неровности, следов не остается. Поэтому это абсолютно разные два мира, что прозрачная, что рассыпчатая минеральная пудра. Когда я наношу черный карандаш для глаз, у меня отпечатывается на верхнее веко. Как быть? Ну вот про что я только что говорила, можете последовать этому способу. Можете объяснить, в чем отличие минеральной рассыпчатой пудры от матирующих пудр? В моряке нету матирующих пудр. Ну вот, видите, коричневые карандаши в моряке «Россия» появились. Отлично. Ну что, поехали дальше. Делаем макияж губ. Я наношу основу. По контуру и в центр. Взяла два своих любимых оттенка. Более темный, более светлый. Более темный это вот из ограниченной коллекции. Это нюд называется. Ну, все знают, да, их было две, которые вот с губками. И второй оттенок это моя любовь, Natural Buff. На внешнюю зону. И на центр. Переход из цвета в цвет. Добавляем карандаш Medium Nude наверх помады. Это особенно подходит тем, у кого возрастные губки. Я наношу на внешнюю зону. И сюда. Он уже отпечатался, как черный. Угу. Получается более темный, уходит более светлый и очень светлый. У нас три цвета. И если кому-то не хватает, можно добавить еще по контуру, но нужно уже этот контур аккуратно потом растушевать или вот так губами, или кисточкой Smokey Eye. Отдельная кисточка для помады. Извиняюсь, хотела написать компактных пудр. Так, это про что? Можете объяснить, чем отличается минерально-рассыпчатая пудра от компактной пудры? Поняла. Но смотрите, вот у нас с вами в моряке есть два вида пудр. Это рассыпчатые пудры, да? И это компактные пудры. У них одинаковый состав, но у них разная текстура. Они делают все абсолютно одинаково. Дайте обратную связь. Красиво, спасибо. Значит, смотрите, у них в чем разница? Разница в том, что рассыпчатая минеральная пудра обладает более крупным помолом, а компактная более тонким. Вот эта пыль, да, которую я говорила, вот мы наносим, она разносится, она очень сильным пигментом обладает.
Например, если есть расширенные поры, мимические морщины и так далее, вы наносите рассыпчатую минеральную пудру на эти зоны, и вот этот крупный помол, он туда оседает. Он оседает, он забивается, да, но он улучшает текстуру кожи. Для тех, кто не совсем понимает и только начинает развиваться в бьюти-индустрии, это не то, что он забивает, он улучшает, регенерирует, но этой пудре нужно ложиться как-то грамотно, правильно, да? И вот когда есть расширенная пора или морщина, крупный помол заполняется, и он ложится там горкой или как-то неровно. Мы начинаем тушевать, но не всегда получается уложить его ровно, потому что там крупный помол. И очень многие мне пишут, что рассыпчатая пудра, она подчеркивает поры, а также там мимические морщины, сушит кожу. Все идет в том, что вы немножко, ну, как бы выбираете другой способ нанесения. Я же всегда говорю, лучше рассыпчатую носить от периферии к центру, где более плотная, тут всегда меньше там расширенных пор, морщин, ну, это про славянский типаж лица я сейчас говорю, да, поэтому мы используем более плотное сюда, и все остатки вот этой пыли мы затушевываем. А когда мы используем компактные текстуры, там идет более мелкий помол, и компактные они больше подходят для кожи с неровностью, ну или просто припудрить и освежить макияж. Также можно использовать различных способов, например, вот в таком скульптурировании, как я сегодня применяла. Красиво и интересно. Очень красивый макияж, обязательно сделаю такой. Спасибо за объяснение. Супер красотка. Угу. Жду вашу обратную связь. Давайте, пишите мне, пожалуйста, что вы узнали для себя сегодня. Очень-очень-очень интересно узнать ваше мнение. Ну и напоминаю, что сегодня у нас третий день марафона, который называется хэштег «Осенний макияж с Лизой». От собака Елизавета Мейкапро, это я, вот в моем инстаграме вы смотрите, отмечайте меня в ленте, отмечайте в сторис, самые интересные креативные работы мы будем размещать в сторис, а в ленту разместим победительницу, нет, скорее всего в сторис разместим победительницу, это будет 7 числа. А после 22:00, даже, наверное, 8-го, потому что 7-го еще даем всем возможность, посмотреть до 20:00 все 3 дня обучения, и там вы сможете узнать, как наносить различные способы, много всего интересного, топового, классного, то, что мы используем и применяем этой осенью для себя и для своих клиентов. Ягодка наша, спасибо. Ну, жду вашу обратную связь. Я рада была с вами поделиться. Я желаю всем хорошего дня. Желаю, чтобы вы повторили такие же макияжи, сделали многослойность, больше победы всем желаю. Вот, и, конечно же, очень хотелось бы, чтобы все выиграли, но выиграет кто-то один. И я знаю, что очень многие девушки хотят выиграть обучение в Москве. Москва, 23-24 октября, 16-17 октября, Новосибирск, 30-31 октября, Краснодар, 5 и 11 декабря по одному дню, это в районе Дюссельдорфа в Германии обучение. Вот. Поэтому, дорогие девушки, приглашаю всех победительниц приехать в какой-то из этих городов или взять онлайн-обучение, или присоединиться к Zoom-обучению. В общем, вариантов много, подарки можно выбирать. Все, кто хотят закрытый клуб, пишите нам в директ «Хочу в закрытый клуб», и мы отправим подробную информацию. И также, если вы хотите в Москву, в Краснодар, в Новосибирск, в Дюссельдорф, пишите «хочу» и город. «Хочу Москва», «хочу Краснодар», «хочу Новосибирск», «хочу Дюссельдорф». И мы будем отправлять подробную информацию. Красивый макияж сделаю такой же. Отличного дня и настроения. Спасибо. Не могу прорисовать межресничку. Отпечатывается внизу. Получается только на слизистую. Красотка. Отлично. Спасибо за продление сроков. Можно. Шикарный макияж. Какой помадой... Можно, наверное, модно, да? Какой помадой можно заменить нюд в этом варианте? Любой. Спасибо за подробное объяснение. Здравствуйте, Лиза. Здравствуйте, здравствуйте. Каждый раз повторяю, жду вашу работу. Отличный макияж, очень спокойный, в то же время выразительный. Лиза, спасибо за объяснение.
По тональным основам сейчас попробую разные, благодаря тебе, и всегда получается красиво. Очень рада. Так, супер. Ну что, всем удачи. 8 числа, надеюсь, ваш аккаунт будет отмечен в моем аккаунте, и кто-то из вас выиграет и станет счастливой обладательницей, и мы будем вместе обучаться создавать кожу класса люкс. Приглашаю еще раз в закрытый клуб. Все в октябре, кто присоединяется, получают в подарок мою книгу на выбор. И еще очень много бонусов и подарков. Подробно смотрите в сторис, там все-все-все-все-все написано. Или пишите в директ, хочу в закрытый клуб. Марафон третий день завершился. Поздравляю всех и желаю победы. Все классные, все красивые. Ну, как выбрать, не знаю. Короче, если вы только присоединились, ничего страшного. Главное, чтобы до 7 числа 20:00 работы были выставлены в ленту, в сторис. Пока!